Лисицкий Виталий Сергеевич, защитник, играл с 10 по 13 год. Футбольный клуб «Кривбас» — это прежде всего Кривой Рог, стадион «Металлург», красно-белые цвета и офигенные болельщики. «Кривбас» был силен коллективом и командой прежде всего. Много было очень качественных, классных, хороших футболистов. Начинаем тогда с вратарей. Это был и Рева, и Бойко, Каннибалоцкий, Боровик, вратарь, который забил, кстати, Реве. Мы проигрывали 1-0 Арсеналу, и на последних минутах, на последних секундах матча наш вратарь Жека Боровик подключился на угловой и вонзил мяч в ворота Виталия Ревы. Были легионеры: Белюбаши, Агали, Бартулович, Самодин, потом кого? Шершин, Петров, Лысенко, Костышин, Лёпа, Пашаев. Всех моих партнеров у вас не хватит времени снимать. Пленка закончится. Определенный этап времени была традиция, когда мы забивали гол, мы всей командой бежали там к угловому флагу там или во фланг, становились в круг и 3-5 секунд стояли в кругу, а потом кувыркались назад. То есть в то время была у нас запасная форма желтого цвета. И одни из людей, как бы один из болельщиков говорил: «О, подсолнух». То есть, скажем так, была фраза «Криворожский подсолнух». Когда я услышал новость о том, что «Кривбас» может возродиться, сначала, конечно, не поверил, потому что даже год назад или полтора года назад тоже такие слухи какие-то ходили там. Но потом позвонил одному своему хорошему знакомому с Кривого Рога, и он, да, сказал, президент страны дал задание, попросил, хорошо, наверное, попросил, чтобы возродили «Кривбас». И это замечательно, это классно, потому что такой клуб, как «Кривбас», «Кривой Рог» должен жить и должен играть в премьер-лиге чемпионата Украины.